Боевики Боко-Харам убили 48 человек на северо-востоке Нигерии. Некоторым из них экстремисты перерезали горло, других утопили в озере. Все жертвы водители рыбацкого поселка на берегу озера Чад. А мы напомним, группировка появилась на севере Нигерии около 5 лет назад. За это время жертвами боевиков стали более 10 тысяч человек. И, как заявил специальный представитель генсекретаря ООН, атаки Боко-Харам вышли за границы Нигерии и представляют серьезную угрозу для соседних стран.